Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Спасибо большое. По традиции наших болельщиков, фанатов с победой поздравляем. Как и говорили перед матчем, не будет он легкий. Если говорить по таймам, то в первом тайме и большое давление, и моменты, и возможности реализации. Но мяч не заходил. Второй тайм, скажем, мы меньше имели даже моментов, потому что соперник уже более плотно оборонялся практически всей командой. Только контратака, только выбив, и имел возможность, как мы говорим, да, что потеряли возможность отбора мяча в средней линии, и привело уже к такому действию. Ну а так что, ну, Паулюс Голубицкий забывает головой, это уже мы, значит, идем на правильном пути. Поэтому всех с победой. А то, что было, да, анализируем, делаем выводы, ну, и движемся дальше.